Так что будьте поосторожнее. Внучка подходит дедушке и говорит: дедуля, у меня завтра экзамен, волнуюсь, не знаю, как сдам. Дед говорит: ты волнуйся, я буду тебя ругать. Есть такая примета, поможет. А дед прошлый матрос, мат у него калиброванный. Внучка для поднятия духа дедушкин мат записала на диктофон. Сдала на 5 баллов. Дедуля включила диктофон, где-то крыл матом. Преподаватель услышал, побледнел, спросил шепотом: сколько вы хотите? Старую кофемолку выпросил, купил новую. В магазине кофе мололо, дома включил, тишина. Принес к ним: замените. Продавщица включает, работает. Дома втыкаю, молчит. Привел продавщицу домой. Включила, мелет. У меня не работает. Осталось на ночь, работает. Пришлось жениться, без кофе жить не могу. Вырвались с женой на юг в отпуск на 2 недели. Как назло, в Сочи дожди затянули, будто Боженька, приняв душ, забыл кран закрутить. С утра до вечера мокли на пляже, но мы-то потратились на загорать. Перед сном, как мокрую тряпку, друг друга выкручивали. Загорали пару раз при луне. Зато всем на зависть вернулись багровые, будто нас из печи вынули. Врач поставил диагноз – лихорадка тропическая. Необычная, тропическая. Не зря поехали. Семья жила скромно, до копеечки под расчет. Это на питание, это на одежду, отдельно оплата жилья. Раз в год позволяли себе праздник, шли в ресторан и ни в чем себе не отказывали. Этот день вспоминали весь год. Стали зарабатывать больше, могли позволить себе каждый день ходить в ресторан. Но праздника никакого. Сколько до рабочих напиток в себя не вливай. Напившись со слезой вспоминают, как хорошо раз в год им бывало когда-то. Пришла из Москвы на Сахалин гуманитарная помощь. Вместо школьных автобусов, которых ждали, прислали 2 новеньких катафалка. Пришлось детей возить в школу за 7 километров, потому что прислали. Вы не поверите, школьники перестали шалить. На переменах не бегают, молча ходят парами. Повысилась успеваемость. Старший в катафалк пропускает вперед со словами: «Хорошего дня». Нет, в Москве не дураки сидят. Аквапарк. Ну, знаете, что такое аквапарк? Внутри вертикальной трубы грохочет вода, приглашая желающих в последний путь. Смельчаки прыгают, и оттуда вопли такие: волосы дыбом. Рядом со мной симпатичная девчушка по второму разу готовится. Ну что, дядя, старость не радость? Как молодой в трубу сиганул, очнулся в больнице. Выходит, есть еще порох в пороховницах. Кроме пороха, врачи еще 5 переломов нашли. Знай наших. Волк гонялся по лесу за зайцем. Косой, который час? Который час тебе русским языком спрашивает? Наконец догнал. Ну что страшного, когда тебя спрашивают, который час? Смотря кто спрашивает. На той неделе вы задрали бобра, который не знал, где юг, а где север. Теперь без компаса никто из норы не выходит. Заяц, короче, который час? На моих без четверти юго, северо, запад, восток. Косое время ужинать, прошу к столу.